Сегодня в Сургуте прошло 10-е заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления и окружной думы. На таких встречах муниципалитеты обмениваются опытом по решению самых разных социальных вопросов. Например, в Сургутском районе знакомились с тем, как организовано строительство новых спортивных сооружений, а также как население участвует в планировании работ по благоустройству. Этот опыт собираются тиражировать по всему региону. На все это мы ожидаем реакцию со стороны исполнительных органов власти, со стороны правительства Ханты-Мансийского округа. Протокол, хоть он у нас по нашему положению эти записи и не носит рекомендательный характер, однако к ним всегда прислушиваются.